Ситуация с заболеваемостью свиным гриппом находится на контроле. Роспотребнадзор ведет регулярный мониторинг. Число заболевших сейчас стабильно. В Ивановском регионе зафиксировано 12 разрозненных фактов заболевания свиным гриппом. Специалисты областного управления Роспотребнадзора сообщили, что первым симптомами свиного гриппа обратился за помощью житель Шуи. В управлении отметили, что делать вакцинацию сейчас, когда происходит рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, не следует. Позаботиться о прививках нужно было осенью, а теперь необходимо соблюдать традиционные меры профилактики, такие же, как при обычном гриппе. Основная мера этой профилактики – это, конечно, вакцинация для тех, кто не заболел. Обходить кашляющих, чихающих, да, с одной стороной пытаться, значит, обязательно масочный режим в помещении, где большое скопление людей. Причем маски нужно менять каждые 2-3 часа, то есть не носить, если одели маску на целый день. Ну и смысла нет ходить в маске по улице тоже. То есть дышать надо на улице свежим воздухом, то есть только в закрытых помещениях. В помещениях проветривание, влажная уборка. Там, где у нас лежит больной, мы тоже, значит, рекомендуем тот, кто ухаживает за больным, обязательно масочку менять регулярно, как можно чаще мыть руки, да. Не заниматься самолечением, это самое главное.